Привет, народ! И мы с вами продолжаем играть в LEGO Dimensions. Если вы пропустили предыдущие серии, плейлист в описании. И мы, кстати, почти прошли игру. Да, я так и планировал. Вот скоро выходят уже LEGO Звездные войны по 7-му эпизоду. Потому что, как вы знаете, студия, которая делает LEGO игры, они очень любят делать им LEGO игры именно почему-то популярными. Я бы сказал, Dimensions это исключение, это как бы такая вот смесь всего-всего. Что же, ребят, давайте сыграем. Я даже соскучился немножко. Хотя, знаете, после LEGO Звездных войн эта игра выглядит она симпатично, не знаю, кажется какой-то медленный, потому что вот, я не знаю, как-то там по-другому. Жду все-таки новинка и все дела. Давай, Бэтмен, разбей свою машину, покажи нам мощь. Ладно, ты не будешь ее разбивать. Ну что ж, все очень печально. Давай, прыгай в портал, дружок. Сегодня я без вебки, потому что я... Барсик сгрыз провод. Ну, бывает. То есть я хотел придумать более интересное оправдание, но ничего не придумал, кроме как Барсик сгрыз провод. Что-то я... Куда я попал теперь? Это не Готэм. И не Средиземья. Ну, разве что они сделали ремонт. Это башня Октан. Но гравитация неправильная. Гравитация неправильная? Я думаю, я бы заметил. Как я и говорю. Мы должны падать туда. Но я рад, что мы не падаем. Три уже меняют это измерение. Двигаемся. Ой-ой-ой! В тот момент, когда твоих друзей превратили в злодеев. Серьезно, что это за извращенный трансформер? Извращение. Они извращаются над ним. Ладно, все, пошли, ребят. Мы сможем, мы справимся. Мы смогем. Что же будет? Мы управляем элементами, мы контролируем все ворота. Боже, что я должен? Потому что у этого отродья есть разные личности, которые могут влиять на мир. Ровно как и камень-ключ может это делать. А, цветочек. Я не очень понял, а в чем прикол с цветком, честно говоря. А, видимо, нужно было просто вытряхнуть его как горшок. А может кто-то... Нет, я знаю, нам нужно разнести побольше предметов. Побольше предметов, чтобы построить что-то. Кстати, даже строительство в новом LEGO Звездные войны очень крутое. То есть там можно, например, построить несколько предметов из-за одного набора блоков и... Вроде простое изменение, но на самом деле очень круто. Так что всем советую, ребят, 27-го, по-моему, или... Да, 28-го. Июня, это вторник, на следующей неделе, ребят, готовьтесь. LEGO Звездные войны нас ждут. Перед этим хочу пройти предыдущие LEGO Звездные войны, которые там с эпизода с 1 по 6 эпизод. Я думаю, это займет немного времени. Я смотрел на ютубе, что чувачки проходят это за где-то часов 6. Прохождение, кстати, немного, я подумал, что... Почему бы мне не от Евгения тебе эту игру? Почему бы не поиграть? О, боже мой, случайно, я хотел на постер поближе посмотреть. Это мистер Бизнес. Кстати, Гендаль. Извиняюсь, я вас уронил, сэр. Вот. Сейчас совсем забыл, как это работает. Силу земли! Бум-бум-бум. Я стал озвучивать действия вокруг меня. Бум-бум-бум. Он задействовал камень-ключ. Интересно, какие у него есть еще силы? Как там президент Бизнес? Надеюсь, расстроен. Да. Да давайте. Нам нужно разбить столы с компьютерами. С Windows 98. Знаете, какая была лагучая? Хотя нет, потому что, ну, тогда они были несовершенными. Все дела. Вон 95-я тоже была довольно такой. Лагучий. Поэтому, ребята, радуйтесь. Это сейчас, блин,
Иногда винда там вылетает, я не знаю, раз в полгода, наверное. У меня, по крайней мере, раз в полгода стабильно какие-нибудь вылеты ездили. Голубой экран смерти. А раньше это было каждый, не знаю, там, час. Понятно, хорошо, пассажисты ее только могут. Все, понял. Это что? Напомни мне. Игровой тойпэд. Я вообще думаю, что нам нужен Бэтмобиль здесь. Вот я даже уверен. Битмобиль, плиз. Битмобиль, here, плиз. Давай, сюда. Нет, нет! Нет! Я не так себе это представлял, правда. Чё-то пока вот и вот не заходит оно. Кстати, я думаю, нужен просто Бэтмен, а не Бэтмобиль. Я не знаю, почему как-то мне показалось, что Бэтмобиль, ну, просто батарам. Все же так просто. Кстати, еще в конце июля будет переиздание Бэтмена для консоли, но мы на ПК поиграем. Я хочу поиграть в Бэтмен Сити. Бэтмен Аркхем Сити, потому что не играл. Думаю, постримим, сделаем стрим. Будет круто. Но это будет попозже, ребят. Ближе все-таки к концу июля. Потому что почему бы и нет? Все? Ну да, огонь-то не проблема. Хотя, постойте, с огнем вообще тоже разобраться можно, без особо пусть. Ой, не свисти, не свисти мне. Не свисти, успокойся. Свисти. Я не знаю, огонь нет, мы огонь не засыпем, наверное. Я просто думал, что у меня вода, еще есть земля и огонь, но огонь огнем. Бороть огонь огнем, ребят. Вы когда-нибудь пробовали? Знаете, вот смотрите, у вас что-то горит, вы больше еще поджигаете. Как понять разные личности, он может действовать на мир прямо как камень-ключ. Так, круто. Давай. Давай, Битман, давай, тащи. Затащил. Ну, правда, нам это ничего не дало, честно говоря. Нам нужна вода, ребят, потому что, ну, как без воды дело-то не пойдет. Может, все-таки землю воспользуемся? Может, что-то собрать? Нет? Да? Я слышу, как будто вот звуки, вот что-то можно собрать, но что? Так давайте, по-моему, все-таки засыпать этот огонь. Не, мы не можем, ребят. Давайте все-таки вернемся назад, потому что мне кажется, что что-то мы упускаем. Не-не-не, мне кажется, это огонь трескается, или что это? Там что-то выпало? Что-то странное происходит в нашем очень странном королевстве, ребят. Я просто думаю, как нам пройти, как бы, понимаете? Нам нужно вперед, а мы не можем, потому что здесь припекает. Здесь припекает, ребят. Что же делать, когда припекает? Я понял, да, только персонажи типа трио могут так, а я нет. Ну, блин, ну что же ты, что же ты делать будешь, когда так печет? Может, нужно как-то на колонки повоздействовать, ребят? Как вы думаете? Я счет вообще хз. Не, никак. Вот не просто трюк не проходит. Решение-то родилось незаметно. А может быть вот так попробовать? Огонь против огня. Не, ну блин, все равно. Я не знаю, мне вот как-то все это казалось странным. Робин, это не ты! Выйди из этого состояния! Колонки как у Марти в гараже, ребята. Сейчас будем бифы ими пугать. Да, да, ребят, да, бифы будем пугать колонками. Конечно. Не, ну конечно. Чух-чух. Зиплайн. Боже, огромный пар. Я не смогу его атаковать. Меня засосало опять куда-то. Я не знаю, куда тут куча мусора. Пожалуйста, спасите. Пожалуйста, нет, спасите меня. Я так не хочу, я не могу, я не подписывался на это. Не нравится. Не нравится. Эй,
Копье море? Не-не, это место, где живет Сурмян. Румяный Сурмян. Как ты можешь видеть? Ничто нас не остановит. Лорд Вортек един. Истинное измерение будет реальностью. Боже мой, я как будто попал к свидетелям моего. О, мы оказались под Изенгардом. Я не позволю разрушить даже Средиземье. Двакин, Двакин, Средиземье, Скайрим, Двакай, Двакур. Кстати, Двакин, ребят, это осенью. Будем Двакинить. Снова будем играть в Скайрим. Почему в Скайрим снова будем играть, ребят? Ну, потому что я изобрету машину времени, мы перенесемся назад. На самом деле, выйдет ремастер Скайрима, то есть, вообще, и для ПК, и для всех. Причем, если он у вас был на ПК-ку, как бы, если у вас на ПК была уже полная версия игры, то вы сможете бесплатно абсолютно обновиться. Я смогу, например. То есть, мы будем играть с вами в Скайрим с обновленным графонием. Что-то я не понял вообще, к чему сейчас было то, что мы-то брали. Странный цветок. Может, нам вообще в эту сторону было идти не нужно? Это что-то у меня такое вот чувство странное, что мы зря вообще сюда пошли. Зря пошли, просто взяли награду. Ой, постойте, это гипнотическая штука. Черт возьми, кто скорую помощь? Что происходит? Ладно. Давайте попробуем старая тактика под названием «Спустись». Нет? Она не поможет? А, извините, ребят, не работает? Я думал... Просто обычно она работает, знаете, тактика под названием «Спустись». И да, кстати, теперь все стало проще. Бэтмен, попробуем. Бэтмен. Не-не-не-не, не тот размер. Пошли. Го-го-го, Бэтмен, из го. Ты не крупноват? О, не, нормально, нормально. Самый раз, самый раз. Самый раз, чтобы поднять ведерко. Ой, пока... Бэтмен, стой там в камере. Ты мне нравишься там. Оп, готово. Смесь адская. С буквой С. Эта музыка реально, она как в... Это кусочек облачного Кукуленда. Надо остановить это безумие. Кукуленд, куку. Кукуленд, кукуленд. Давай. Нет, 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 не исчезать. Я из вас буду крафт делать. Поэтому, кстати, вот к нам переместился-то в итоге, если поразмыслить. Вадстайл, давай, покажи нам класс. Чё-то я тебя не вижу, но я думаю, ты там, где надо. Я почему-то вот... У меня странное чувство, что ты там... Опа, надел-то пошло. Битман, ты великоват, каши много ел. Все, молодец. Он такой, типа, мне не по размеру. Так, отлично. Снова становимся Малышевым. Или Малышом, как вам больше нравится. Хотя про Малыша уже все забыли, всем все равно на Малыша. Оп, готово. Снова маленький. Давай, Бэтмен, ты можешь. Давай, мой атлет. Ой, ай, ай, нет, нет, мы не хотим выпадать. Нам нужно, чтобы кто-то, ребята, типа тебя, Гэндальф, да, именно. Да, блин, ну, Гэндальф, ну, блин, ну, давай, ну, да, все. Печаль, ты ставишь, не, это не то. Гиндальф, давай, вот так. Смотрите, как он тянет руки вверх. Давай, огромный, мощный Гэндальф. Смотрите, какая мощная борода у него теперь, просто бородач. Ай, нет! Ой, все заново. Хотя нет, не все, не все, честно, не все.
Я думаю, потом Wild Styles может как бы переместиться куда нужно. Не все занавят, мы с вами, в принципе, большую часть этого дела-то выполнили. Так, хорошо, сейчас нам нужно, чтобы Бэтмен стал больше. И нам нужно перетаскать эти блоки. Геннефас по-прежнему довольный и стоит там. Да, они сами, они лепятся. Эй, не деритесь! Боже мой, до чего доводит безумие? Нет, ты стой здесь, Бэтмен. Бэтмен, а, извиняюсь, Гандольф. Идем. Вальца, ты, конечно, молодец, но... О. Так. Все, все, ребят, все. Теперь 100% у нас все получится. Давай. Все, последний рычажок, от которого заработают руки мельницы. Просто у Лизы странная любовь к рукам мельницам. Отлично, все, огонь. Постойте, нет, там нужно теперь машина. Подгоните сюда тачку. Тачку на прокачку. Нет. Пожалуйста, сюда тачку. Давай тачка. Бэт-тачка. Давай, заводи, заводи нас. Пошло. Это прям как в Шире, как в одну старую игру под названием Хоббит. Ну, не то, что старая, 2003 года, хотя да, 2003 это уже... Считай, предыстория. Динозавры еще ходили по земле в 2003 году. Такие динозавры, как я. Динозавр. Смотри, динозавр. Смотри, Евген играет в Dimensions, и он динозавр. Отлично. Лифты, которые ездят сами. Вот и что, технологии дошли. Все, пош... Ой... Мы добрались, я думал, что-то не так. Нет. Прости. Не принимаем. Он пытается захоронить эту башню. Наверное, она важна. Вы не пройдете. Одно дело отказывать нам в входе. Другое дело воровать чьи-то реплики. Да, вообще оборзели. Ребят, надо их отлупить как следует. Желательно жестко. Жестко. Давай. О. Вы серьезно не хотите это делать? И я хз, что вот что мы сейчас вытянем, но что-то определенно получится. Что ж тут, ребят? О, подняли. Давай, Валстайл, пошли. Так, не, Валстайл... О! О! Ура! Ура! У нас получилось. Пацаны, а что это за голубая точка? Я не очень понимаю. На всякий случай разрушим, мне так будет спокойнее. Нет, я реально не понимаю, что это за голубая точка, но... Я думаю, это не важно. Может, если... Может, я смогу тогда разрушить эту клетку? Да не, вроде. Постой, я, кажется... Бэтмен? Я, кажется, Бэтмен, нет, я, кажется, понимаю. Так, смотри, сейчас все будет легко. Гэндальф? Нет, нет. Постойте, не оранжевая. А тут нужен фиолетовый. Пум-пум-пум-пум! Победа! Чего и следовало ожидать.
Нет, ты не Бэтмен, ты просто чел в костюме. А, ладно. Кстати, провели исследование, и Бэтмен, по сути, оказывается самым слабым супергероем, ребят. Понимаете, Бэтмен самый слабый, потому что у него, по сути, нет способностей никаких. Все, что он умеет, это, ну, по сути, у него только техника есть и костюмы, и все, так-то он... Ну, он в форме, конечно, но по сравнению с супергероями он не особо какой. Так, постойте, аж почему мы... Так, это похоже на очень плохой портал, который очень плохой. Который очень плохой. Давайте попытаемся разбить... Пойдем сюда. Я думаю, это то, что нужно. Чё-то это Дикий Запад. Нет, посмотрите, Средиземье. Что ж теперь делать будешь? О, наконец-то! Три! Я думаю, три здесь как раз-таки означает три. Это все. Ваше измерение становится одним. Лорд Вортек будет править. Вы уже опоздали. Моя работа была окончена. Робин, если ты там, должен остановить это. Блин, а как с ним драться, а? Как нам драться с ними? Здесь нет ни таймера, к сожалению, ничего. Я просто думаю, что если бы таймер был, я мог хоть догадываться. О том, что нам делать. Я думаю, пока что продолжим драться. Решение придет само, как ты. Обычно бывает в битве с боссами. Постой, а чё Фродо шпарит меня огнем? Из глаз. Это как-то нетипично. Так, из этого можно что-то построить. Нет, ну наверняка можно. Очень странно, если нет. Реальности изменяются, ребят. Все сошло с ума. Где моя машина? Бэт-машина готова, поехали. Да! Тут... Это, наверное, металлическая борода. Должен быть способ освободить. Я понимаю, вы же как бы с него все это сделано, как бы тело-то его. В итоге, я думал, что их увеличили до размера этого робота, а видимо, оказывается, нет. Они внутри него. Это как атака титанов, как человек внутри титана. И управляет им. Я, кстати, смотрел оба фильма, и честно, они не такие уж и плохие. Хотя многие, они говорят, что фу, атака титана. На самом деле, большинство людей говорят, что атака титана это фу. Я считаю, что это не шедевр. Нет, даже близко нет. Но это хороший фильм. По манге, по-моему, или по аниме. Что было раньше, наверное, все-таки манга. Я считаю, отличный фильм. Довольно интересный, то есть я бы сказал, как видение, он хорош, то есть мне прям захотелось и в игру поиграть, которая выйдет по Атаке Титанов, и аниме посмотреть, то есть вот, понимаете, как вводное, отлично. То есть, чтобы дать новому человеку какой-то, как-то, не знаю, привлечь его. Потому что это, порой это очень важно, знаете, к чем-то привлечь, как первые впечатления, чтобы были. Ты посмотрел, так сказать, понимал, что вот я хочу... Я хочу еще, дайте еще, я хочу подробностей. И ты такой смотришь, и мне это нравится. Нет. Да. Так, хорошо, у нас вроде все есть. Так, там желтое. Желтое, значит, будет у нас... Нет. Нет, да. Так, хорошо, желтое это ты. Желтое это ты. Дикий стиль. Я знаю, что я дикарка зовут, но дикий стиль прикольный 100 раз звучит. Дикарка это а дикий стиль это прям
Прям во! Так, хорошо, мне, ребят, нужно... Что-то. Мне нужен голубой, наверное. Или еще один свет хотя бы, потому что... Без голубого у нас ничего не получится, честно. Ну как? Не, ну а как без голубого? Или, постойте, или я не запустил что-то? Походу... О, блин! О, ясно. Ясно, все, все, теперь все ясно. Гендольф. Да нет же, ну... придется выбирать через меню. Не знаю, можно очень странно здесь работать. Вроде даже стик направляешь на нужного тебе перца, а все равно. Так, давайте посмотрим. Нам нужен Гендольф на этой позиции. И нам нужно желтенькое. Здесь желтенькое как мешается у нас. А желтые даже мешать не придется. Вот так мы сделаем желтое. А здесь что? Здесь нужно фиолетовое. Готово! Проще простой. Только время. Все, железная борода свободен. А, сделали. Но нужно освободить остальных. Быть запертым внутри этой штуки, это Мия. Автоматический разрыв поставлен, пожалуйста. Сдавайте свое оружие. В общем-то, его снова поймали, но на место, к счастью, не поставили. То есть теперь железоборот отсутствует. Ваши попытки бесполезны. Оставить сейчас... И бегите, пока еще можете. Какой-то космолет. Давайте. Похоже на космолет. Это, конечно, не сокол тысячелетия, который просто потрясающий, но. Спасибо, спасибо, что разрушил эту штуку. Я тебе очень благодарен. Ой, ой, ребята, ребят воруют. Смотрите, а можем сесть за эту штуку или ее надо крушить? Я не очень понимаю. Или может она фиолетовая? Нам нужно... Или она здесь? Блин, как она работает? А вроде сверкает понемножку, но я вот не пойму. Я не понимать... Не, Мат пока ни один перс не может взаимодействовать с этим. Ну, может, я чего-то не доделал? Мы все стареющие... А-а-а! Вот оно, вот дикарка может. Только нужно было отойти. Я так и знал, что горит фиолетом, значит, дикарка что-то с этим может делать. Все, готово. Ха-ха, пушечка. Ну, ты запал подожжет? Нравится? 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 Смотрите, ему нравится, он прям наклонился и ждет, когда я пробью ему дыру в корпусе. Я не понял, я пробил? Походу я пробил уже дыру. Давай, Бэтмен, пробей дальше. Для этого мало, да нет, не должно быть мало. Все. Интересно, потянулся один Бэтмен, попали все. Фродо, мой товарищ, я тебя нашел тебя после стольких трудностей. Там такая радость, ребят, нашли Фродо, Фродо с нами. Бей по канистрам. Знаете, было бы забавно, если они взорвались. Потому что именно этого я и ждал. А, опять эта игра с уменьшением и увеличением. Что-то не знаю, ну новое что-нибудь будет, я что-то не знаю. Уже столько раз это было. Мы столько раз уже играли с этим. О, сейчас взорвется, давай. Мне надо помочь.
Да, надо было помочь Рёду. Комар тут летает, ребята. Днем уже комары обнаглели. Верх наглости. Представляете, как днем комар. Вот лето я не люблю за жарой комаров. Я, кстати, из дома вообще выходить не хочу летом. То есть, потому что, ну, прям как, знаете, жаркое, знойное лето идет. Когда уже там поспокойнее, нормально. Ну, когда жаркое, знойное лето, ты думаешь, ну, блин, зачем мне из дома выходить? Жарище. Жарище ведь. Причем у меня от жары голова ужасно раскалывается всегда, просто я даже из дома просто ухожу, даже дело не в том, что удар ходит солнечно, а именно даже если я в принципе, так, постойте, Wild Style, ты что-то можешь сделать? Я не видел. Тот момент, когда ты ценишь подсказки от игры. Менка, ты их ценишь. Что делать будем? Для начала, я думаю, надо забросить эти блоки туда, куда их надо забросить. Вот сейчас, правда, непонятно куда пока что. Ну вот подберем, посмотрим, куда эти блоки забрасываются. Вот, смотрите, вот тут платформа. Один блок пока что у нас бесхозным, кажется. Ну, по крайней мере, я не вижу ему примера. Хотя, я уже вижу. Все, я вылечил свою слепоту. Прикольно. Вот, да, туда я хотел забросить. Гэндальф, ты застрял. Гэндальф, ты понимаешь, что ты застрял? Логучий Гэндальф. Отстал, помоги Гэндальфу. Все. Он застрял в текстуре. Обычное дело. Все, все размещено там, где должно быть размещено. Бэтмен, опять дело за тобой, дело за малым. Так, нам нужно, чтобы вы оба переквалифицировались здоровяком. Вообще все трикали. Ставитесь малышами. Так, ты сюда. Гэн, ты слишком стар, чтобы лазить, а Wild Style, ну, пусть займется чем-нибудь другим. И нам нужно вот здесь будет поднять, я думаю, два блока. Так, давайте сейчас посмотрим. Так. Отлично, ребят, держите, вам нравится это дело? Я бы как Wild Style держал, честно, знаете, так вот тоже бы одно расслабленное. Ладно. Гэндальф обычный. Гэндальф взять. Бэтмен, обычный размер. Одна лампа есть. Осталось еще несколько. Кстати, можно выйти тут. Прикольно. Ай, забывай тебя делать обычно. Что ты сам не можешь? А здесь... О, тоже. Я уже думал, что здесь... А здесь будет дискриминация. Но здесь самое легкое. Здесь самое легкое. А стой, здесь нет лестницы. Что делать? Что делать, как быть? Не, а серьезно, а как? Может, тот блок надо передвинуть? Не, я не смогу, ребят, пройти. Я думаю, придется вызвать кого-то. Типа, дикого стиля. Все, тут есть лесенка. Понимаете, как просто развернулась и блок выпал. Это, я не знаю, забавно. Ну, я думаю, и так сойдет. Кривоват, конечно. Нет. Великая мудрость под названием «И так сойдет» не работает. В данном случае. Вообще она работает. Ребят, честно. Вот по чесночку, ребят, она работает. Не-не-не-не, выкинь. Выкинь, фу, кака. Давай, подбираем тебя. И несем, и несем. И вообще огонь. Как вы думаете, будет Лего The Movie 2, Лего фильм? Я что-то думаю, нет. Мне что-то кажется, что первый фильм, конечно, интересен, но мне как-то он, честно, не зашел. Ну, прикольный такой. На хайпе, кстати, он выглядел очень интересно. В тот год реально хайповым был, там, я помню. Лего игр вышло очень много. 2014 прям реально был годом Лего. Прям это лучшее, что было в том году. Хотя нет, там было очень много оригинальных игр. Просто вот год такого развития.
Да. Фродо свободен. В эльфийском плаще, кстати. Я рад, что ты жив. Теперь иди в безопасное место. Если его засосет. Нет, вроде этого не. Вроде его не засосал, что. Странно. Но он промолчал, кстати, вроде вообще ничего не говорил, в отличие от металлоборода. Снова ждем, ребят. Нам осталось пройти в самый центр, где сидит Робин. И об этом нам намекают преступник, который появляется из ниоткуда. Давай, летающая крыса, я тебя собью. Осталась одна. И она улетела. Могли бы писать все время такую вещь, как количество, сколько еще надо побить. Мне кажется, это было бы, ну как, не знаю. Мне бы так было комфортнее. Блин, надо убить обезьяну. Ой. Что такое? Обезьяна. На пятюню. Да. Продолжаем бой, ребят. Рано или поздно все кончится. Нас не разделить. Мы едины и едины будем. Кстати, двое уже исчезли. Видите, вот так и головы отвернулись. Теперь получается, что один Робин держится. Может быть, поэтому оно атакует так сильно? А, ну да, потому что глаз не хватает. Знаете, так подождите, как постоянно шумы. Потому что тут постоянно у меня шумит что-то из соседних квартир. Даже не голос, понимаете, это именно шум. Просто стук постоянно, так странно. Ну это попол, это вот я слышу, как просто к пополу кто-то стучит на верхнем этаже. Это именно вот это. Что как бы вибрация передается, а не сам звук. Поэтому как голосов не слышно, слышен только стук. И они меня вряд ли слышат. Вот я очень хорошо слышу тук-тук. Может быть, вы тоже, кстати, иногда слышите и сможете доказать, что я не сумасшедший. Давайте. Починим. Построим. Не слишком ли это просто? Просто лестница. То есть везде мы как-то сложно что-то... Сложно что-то делали такое, а тут прям лестница. Так, здесь стихи. Вот стихи я люблю. Не знаю, мне все стихи казались более интересными в Лего, чем Лего Dimensions, чем уменьшение, увеличение. Потому что там как-то занудное, то есть тут больше, то меньше, я не знаю. Это не то, ребят, это не то, это не С. А? Уйди от меня, похабный комар. Я так и не купил вот эту штуку, которая от комаров, ну знаете... Которая пластинка. Так, ясно. Нужен элемент огня. Да. Постой, нет, не то. Давай, дикий стиль, вперед. Вот, изначально должно было быть так. Генератор есть, так, тебе их надо... их надо зарядить. Давай, бунди. Да, половина есть, осталась еще половинка. Некоторые моменты Лего, это Лего-игра превращается в какой-то 2D-платформер. Или 2,5D, потому что можем ходить вверх-вниз. Тут звуки, блин, как в Гарри Поттере каком-то, ребят.
Честно, я бы хотелось что-то новое про Поттера. Я знаю, сейчас эпичные книги, вроде фильм собираются снимать, но... В будущем, конечно, но... Но... Это все в будущем, ребят. Что же там? Что же впереди? А, это новый загрузочный экран. Да? Это похоже на Вортека. Я практически чувствую эманации от него. Ну, пусть попробует справедливости. Черная дыра еще откроется. Оно само себя сейчас сожмется. Я думал, я надеюсь, Экспо продумал нам путь отхода. Да, лучше бы продумал. Конец, это 3. Уровень хочет. Да, ребят, мы смогли. Мы с вами прошли еще чуточку дальше. Еще один шаг, ребята. И музычка такая прям бодрая. Интересно, а в следующей миссии мы сможем миллион набрать? 58 только. Ну ладно. Сможем ли мы набрать миллион? Я знаю, что там можно намного больше миллиона. О, Сэм. Постойте, прическа похожа на прическу Сэма. Ребятка, ребята в полном составе? Wild Style. Гэндальф, ты выбрался? Со сковородки, да. Ты уничтожил кусок Вортека? Да, мы уничтожили. Но если это то, что может делать один кусок Вортека, то нам нужна помощь. Друга, а может и врага. Скоро будет конец света. Судный день. Да, только хуже. Я вам расскажу. Почему мы на дрезине едем? Что вообще творится? Пришельцы? Что это? Тут как бы уже разобрались, вроде бы. Спасибо за руку помощи. А, это... паутина зигонов просто везде. На таком трехмерном клубе. Вам нужна ваша помощь. Мы рискуем всем. Я думаю, это язык с космического корабля с вопросом, как я могу помочь. Вы вернулись. Скучали по мне? Нам нужна твоя помощь. Помощь. Ха-ха-ха. Расскажите это моему моральному ядру. А, это правильно. Оно было заменено аморальным ядром. Вы же знаете, что я сделаю с вами сейчас. Моральное ядро. Сейчас увидим лучшую сторону. И потому что ты дура, дура с тупыми волосами. Оно лишь ограничивает мои моральные, мы физические действия, не моральные мысли. Только если ты нам поможешь. Хорошо. Где ремонт искусственного интеллекта?
Мне здесь нужно, чтобы мне удалили ядро моральности. Никаких проблем. У меня была собака, которая делала это все время. Потрясающе, отлично. GLaDOS. Ты нашла безопасный способ довести нас до Foundation Prime? Да. Не волнуйтесь. Мне вреда точно не будет. Это важно. Лорд Вортек управляет самой тканью мироздания. Он неуязвим. Но если бы он не был в мире, помнишь, как он был с нами? А могло бы сработать. Постой секунду. Ты хочешь загнать его в разрыв, лорда Вортека? Сможете? Я доктор. Может быть, справлюсь. Четыре или пять кусочков сахара, доктор? Ладно, тебе экспо. Хорошо. Будем занимать Вортека. Круто, у нас полный состав. Нет, просто так странно, посмотрите, полный состав. Ну, не везде, конечно, они все в основном здесь. Ну серьезно, это круто, у нас аж полный состав. И да, этот корабль летает со стороны в сторону. Потому что это все, что он умеет. Ладно, ребят, увидимся мы в следующей серии. Было очень интересно, вот они собрались вместе. И что же теперь будет, как же дальше быть? В общем, спасибо за просмотр, ребята. Можете ставить лайки, подписываться, когда вы новичок. Также плейлист со всеми остальными предыдущими сериями в описании. Можете зайти и посмотреть. Что же, пока, ребята. До следующей серии. Она не выйдет, наверное, даже через 2-3 недели. Я уверен, почти уверен, что все будет лучше. Так что мы буквально с вами закончили игру. Осталось совсем немножечко. И Вортек будет повержен. Пока, ребята.